270 военных медиков прибывают в Дагестан. Об этом говорили на встрече председателя правительства республики Артема Сдунова с командующим Каспийской флотилии Сергеем Пинчуком. Основной темой разговора стал вопрос медпомощи Дагестану в борьбе с коронавирусом в соответствии с поручением президента страны. Так, на территории региона оперативно развернут 2 стационарных госпиталя и 3 корпуса медицинского центра. Кроме того, в Ботлихе, Буйнакске, Дербенте, Хасавюрте и Каспийске будет развернута своя оперативная группа, и все они будут работать во взаимодействии. Строительные организации уже прибыли и работают с руководством населенных пунктов. Уже разворачивается полевой госпиталь на 100 коек в Буйнакске. На сегодня в Буйнакск прибыл в 6 часов утра первый госпиталь на 100 коек. Его приступили устанавливать. К 16 часам он будет полностью установлен, и мы, в принципе, будем готовы к работе принять первых больных при необходимости, если это будет нужно. Второй госпиталь у нас ориентировочно прибывает в воскресенье, в Ботлих. Там мы его также устанавливаем. И нормативный срок 12-20 часов, когда он также будет готов к работе. Дополнительно на базе этих населенных пунктов в резерве будет находиться на машинах полевой лагерь для обсервации на 350 коек мест. Мы, в свою очередь, сейчас активно ведем работу подведения энергетики. Мы знаем, что там 1 мегаватт должен по первой категории быть. Все согласовано. Ведется эта работа, да, и с главами муниципальными образованиями. У нас Владимир Викторович, как зампред, который курирует энергетику, сейчас говорит о том, что уже этот вопрос решен. То же самое по водоснабжению, потому что нужна вода, там будут скважины, все это согласовывается. Вывоз мусора, все установочные вопросы, которые мы с вами обсуждали буквально позавчера, они сейчас уже в высокой степени готовности или уже реализованы.